Здравствуйте, сегодня будем вязать вот такую объемную косу. Раппорт узора в высоту 36 рядов. Коса состоит из 22 петель. Для того, чтобы ее выделить, я с каждой стороны добавила по 5 петель. Вокруг косы вяжу лицевой гладью. Итак, приступим к вязанию. Первый ряд. Провязываю 5 петель до косы, те, что я добавила, чтобы выделить нашу косу. И начинаем вязать раппорт узора. Провязываем 11 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Далее вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 3 изнаночных. 1, 2, 3. Вот мы связали раппорт по горизонтали из 22 петель. В конце ряда у меня 5 петель, те, что я добавила. Лицевыми петлями провязываю их. Довязав первый ряд, переворачиваем. Второй ряд будем вязать по рисунку. Провязываю петли лицевой глади. И начинаем вязать раппорт косы. Смотрим, какие петли у нас на левой спице, такими и провязываем. Лицевые петли, изнаночные петли. Итак, вяжем до конца ряда по рисунку, как смотрят петли. Второй и все четные ряды будем вязать по рисунку, как смотрят петли. Довязав второй ряд, вяжем третий. Третий, пятый, седьмой и девятый ряд будем вязать как первый. 11 изнаночных, 8 лицевых, 3 изнаночные. Все четные ряды вяжем по рисунку. Вот я связала 10 рядов, вяжем 11 ряд. Довязала до косы и начинаю вязать раппорт узора. 3 изнаночные, 1, 2, 3. Следующие 8 петель нам нужно снять на дополнительную спицу. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая петля. И оставляем эти 8 петель перед работой. Следующие 8 петель с левой спицы вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем снятые петли возвращаем на левую спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И провязываем 8 изнаночных. Первая изнаночная. Вторая. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая изнаночная петля и последняя восьмая изнаночная петля. Далее вяжем 3 изнаночных. 1, 2, 3. Вот мы связали раппорт по горизонтали. 12 ряд вяжем по рисунку, как смотрят петли. 13 ряд. Провязываем 3 изнаночных. 1, 2, 3. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 и 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Вот мы связали раппорт по горизонтали из 22 петель. И так будем вязать 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27 ряд. 3 изнаночных, 8 лицевых, 11 изнаночных. Все четные ряды вяжем по рисунку. 29 ряд. Довязываем до косы и будем вязать 29 ряд нашей косы. Начинаем раппорт узора. 3 изнаночные, 1, 2, 3. Следующие 8 петель с левой спицы нам нужно снять на дополнительную. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И оставить их перед работой. Следующие петли будем вязать с левой спицы. Провязываем 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязав 8 изнаночных, возвращаем снятые петли обратно на левую спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И провязываем их лицевыми петлями. Первая лицевая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая петля. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Вот мы связали раппорт по горизонтали. 30 ряд будем вязать по рисунку. 31 ряд. Провязываем 11 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Вот мы связали раппорт по горизонтали из 22 петель. 33 и 35 ряд будем вязать также. 11 изнаночных петель, 8 лицевых и 3 изнаночные. Все четные ряды вяжем по рисунку. Довязав 36 ряд, мы связали весь раппорт узора. 37 ряд начинаем сначала, с первого ряда. Вот такая объемная коса у нас получилась.